Мужик, стресс, депрессия, развод с женой, в общем, там, с детьми непонятки. Я реально, я не знаю, почему такие приходят, когда я улетаю. То есть они приходят в последний момент, но вообще мне его привела моя знакомая. И она говорит, Игорь, ну, ему нужна помощь. Я говорю, у меня самолет. И она говорит, прими, пожалуйста, ну, все уже там, критическая ситуация. И я говорю, я тренинг раньше закончу, пусть приедет. Мужчина такой, 35 лет, черный весь. Вообще по азиатам видно, вот, что у него депрессия, они становятся черные. Европейцы, они становятся синие, они красно-синие какой-то вот под кожей, только красно-синий цвет какой-то становится. И мы все думаем, что это загар там какой-то, там что-то. Это не загар, это жуткая депрессия, потому что кровь не поступает к коже, и из-за этого мы становимся темные прям. Капкара прям такие. Приходит такой черный, и он такой как борец, знаете, такой этот. Выяснилось, что он в органах работает. Я говорю, ну-ка встань, давай подыши. Он стал там, дышит, дышит. И в какой-то момент он начинает рычать, сопеть, орать. Я начал ему продавливать живот, там, здесь все. И он наряд дурниной просто. Потом в какой-то момент происходит такой хлопок. Там, и чух, у него так что-то вышло кому-то. И все, я его отпустил. Мы вот так друг напротив друга сидим на полу. И он такой, ты в 3D. В смысле в 3D? Ну, в 3D. Ну, я говорю, трехмерное пространство, что-то хотел в 3D. И он вот так сбоку. Можно тебя потрогать? Я говорю, потрогай. Он так меня трогает. Ты в 3D. Я говорю, я не понял, ты раньше как видел? Он говорит, все плоские были. Я говорю, в смысле все плоские были? Он говорит, ну все были плоские, как будто в картонке вот так вырезанные. И он говорит, и вы цветные еще. То есть он видел черно-белым плоские картинки. Это за рулем как ездил. Ну я так и ездил. Все плоские. У человека было искаженное восприятие даже информации через глаза за счет того, что был в нем внутренний такой сильный стресс. Ты неужели не понимал, что это, ну, ненормально? Я по-другому не видел. Понял, что у этого человека изначально было какое-то, я не знаю, сейчас можно здесь такое говорить или нет, что-то вроде подселения, не знаю, альтер-эго или там вот этой тени, сущности, как их там по-разному называют. И в этом можно проводить там демагогии разные, но на самом деле эта штука прям, ну, внутри у него сидела. Когда мы ее изъяли, у него даже зрение восстановилось. И мне кажется, это такой один из показателей того, насколько улучшается жизнь человека, когда у него высвобождаются вот эти эмоции, когда выходит агрессия, злость, обида на людей. Если ты чувствуешь, что у тебя есть тоже оптический обман, черно-белые картинки, как ты видишь, это ненормально, нужно искать специалиста, приходи, поработаем. Возможно, я тебе смогу помочь.